Наша задача – научиться правильно, гармонично, благотворно взаимодействовать с разными людьми. Это такая рабочая стратегия, очень эффективная, благодаря которой вы сможете предвосхищать какие-то неприятные события в вашей жизни. Работая с людьми и помогая им в исцелении, я пришел к одному интересному открытию. Многие люди реагируют негативно на те или иные ситуации и живут в постоянном состоянии напряжения или внутреннего стресса из-за того, что у них нет эффективной стратегии взаимодействия с окружающим миром. Я бы даже так сказал, благотворной стратегии взаимодействия с окружающим миром. То есть они научились реагировать именно вот таким образом, как они видели это в своей жизни. Например, реагировать обидами, раздражением, гневом, страхом и другими чувствами. В этой книге я предлагаю уникальную стратегию, которую я назвал «Психоэнергетическое айкидо», которая поможет не только не терять свою энергию и не испытывать стресс в различных конфликтных ситуациях, но даже извлекать силу из этих ситуаций. Почему я назвал эту стратегию «Психоэнергетическое айкидо»? Айкидо – это такая система, в которой мы не противостоим напрямую противнику, а утилизируем, используем его силу и энергию, обогащаем своей энергией и возвращаем ему обратно. И вот с помощью этой стратегии мы не боремся с окружающим миром, не противостоим ему, а мы принимаем все энергии этого мира, принимаем их в свое сердце, обогащаем их божественной любовью и возвращаем окружающему миру и другим людям. Именно поэтому я и назвал методику «Психоэнергетическое айкидо». По сути, это такая рабочая стратегия, очень эффективная для того, чтобы благотворно взаимодействовать со всеми энергиями этого мира. Я считаю, что в этом мире нет плохих энергий. Да, есть энергии созидательные и разрушительные, но они лишь такие, какие они есть по своей сути. Если мы, ну скажем так, вышли на пляж, да, разделись и лежим долго под палящими лучами солнца, то рано или поздно у нас случится ожог кожи. Это не значит, что солнце плохое. Это значит, что мы неправильно взаимодействуем с этой солнечной энергией. И точно так же для меня нет плохих или хороших людей. Каждый человек, он такой, какой он есть. Он не плохой, не хороший. Наша задача – научиться правильно, гармонично, благотворно взаимодействовать с разными людьми и вообще со всеми энергиями этого мира. И вот для этого есть уникальная методика, уникальная стратегия, которая называется «Психоэнергетическое айкидо», которой вы можете овладеть пошагово благодаря этой книге. Также в этой книге другая есть методика, которая называется «Прививка от стресса», благодаря которой вы сможете предвосхищать какие-то неприятные события в вашей жизни. Именно предвосхищать. То есть благодаря этой методике можно сделать так, что то или иное неприятное событие, которое, ну, может быть, и должно было случиться в вашей жизни, то есть прийти к вам по судьбе, оно или не проявится, или вы не окажетесь в том месте, где вы должны были пострадать, или это событие произойдет, ну, скажем так, с наименьшими для вас потерями. Также в этой книге я написал такую главу, которая называется «Психология конфликта». В ней я подробно раскрываю эту тему и даю также очень мощную, эффективную методику по устранению любых конфликтов. И прежде всего, внутриличностных конфликтов. В этой книге много схем, много заданий. То есть, по сути, это не просто книга, это книга-тренинг. И также в ней есть сеанс погружения, полет над линией жизни. Этот сеанс в подарок каждому, кто приобретет эту книгу. Хочу сразу предупредить моих читателей, что такие сеансы погружения есть только в моих книгах издательства «Авторский дом Светоч». Вы просто наводите свой смартфон на QR-код,
считываете его и слушаете сеанс погружения и работаете с ним. В этой книге я также разместил художественный сюжет про основателя системы айкидо, системы единоборств Марихея Уисибу, который называл свое искусство, искусство айкидо, искусством мира. Благодаря психоэнергетическому айкидо вы начнете жить в гармонии с собой и с окружающим миром. А также в этой книге очень много иллюстраций талантливой нашей крымской художницы Юлии Российцевой. Друзья, я думаю, что вы получите большое удовольствие и, самое главное, большую пользу от прочтения этой книги. Книгу можно заказать на маркетплейсах Озон и Wildberries. Все ссылки в описании под этим видео. Всех вам благ, приятного чтения и благотворной работы над собой. Будьте здоровы и счастливы!